Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Привет. Господи, как я устала. Это ужас. Я была на теннисе, сейчас иду домой. Настолько прекрасная погода, я думаю, пойти погулять. А, нет, я не могу погулять, я забыла. Завтра мама приезжает. И я должна все делать. А мне не надо писать «доброе утро», да? А почему сам мне не пишешь «доброе утро»? Все, Лукин. Я все поняла. Я вообще только... Я проснулась давно, потому что я уже на теннисе была. Как я спать хочу. Доброе утро, Вазген. Я тебе буду не писать, а говорить. И ты сам мог бы мне написать. Сам дурачок, все. Я на Посмитного. Я была в Аркадия Плаза. Сейчас, секунду. Чё ты смеешься? Ой. Да, увезут меня, Вазген, все, от тебя подальше. Мне очень жарко. Доброе утро. Вазген, отвали. Живу я прекрасно. Нет, неспокойно. О, прикольно. Да потому что я без косметики снимаю. В общем, что я сейчас буду делать? Завтра приезжает моя мама, и я должна вроде как все сделать. На завтра. Родители зарплату получают? Нет, не получают. Спасибо. Снег. Сейчас покажу. Вот видишь, как много снега? Снег. Что слушаю? Ой. Спасибо. Ты сволочь маленькая. Я из Одессы. В общем. Нет, не я. На что живем? Ну вообще еле выживаю. Россия, я не думаю, что она меня ждет. На что я живу? Все. Го гулять. Все, Вазген, видишь, меня забирает. Я ухожу гулять. Нет, я к тебе не приду, обойдешься. Да, вот все, я приду к себе чай попить и уйду. Я иду сейчас домой, я на теннисе была. Судя по телевизору, жизни у вас нет. Прикольно. Да, выживаем как можем. Привет, Ксюша. В Одессе все прекрасно. Почему постоянно спрашивают, как в Украине дела, как это, как то? Нет, пожалуйста, Вазген, не звони, я тебя очень прошу, я тебя очень сильно люблю, но не звони мне, пожалуйста. Вазген, если ты мне позвонишь, я к тебе не приеду. Привет. Привет.
не на Украине, а в Украине. Да. О, хорошо. Спасибо, Кристина. На Украине норма русского языка. Ну, как бы да. Да, без косметики. Спасибо. Блин, я не хочу выключать трансляцию. А я должна к ним как-то по-особенному относиться. Я не хочу выключать трансляцию, но я сейчас зайду домой и... Ладно, я пойду по лестнице. Привет. Дела отлично, ко мне только что пытались подкатить. Сто 175. Мой рост 175. Вес 49. Фух. Я хочу спать, хочу домой. Что? Что за разборки у вас, Ген? Что ты мне опять людей достаешь в трансляции? Очень, очень жарко. Я вчера гуляла в платье и в одном пиджаке, и мне не было жарко. Ой, и мне не было холодно. Иди к черту, сам ты шкура. Спасибо. Из Аркадии. Город Одесса. Мне 14. Чебурашка, это точно. Валя. Прикольно. Только я не была никогда на Малиновском районе, наверное. У меня церковь здесь. Что? Классно, спасибо. Я вся красная, это ужас. Я не знаю, потому что я в топе, наверное. Да, мало волос, потому что они хвостики там где-то. Почему вы так много всего пишете? Нет, в Новой Аркадии. Петь я не умею петь. В смысле, меня не видно? Танцевать я не умею танцевать. Yes, I know English. Я не буду звонить. Или это не мне. Ладно, неважно. Привет, Абхазия.
школу, да, хожу. Что у меня с волосами? Ну ладно, все, всем пока. Ой, все, Вазген меня обижает. I'm 14. Спасибо. Нет, я в 9. Короче, все. Всем пока.